Сейчас продолжаем играть с Попова. Еще раз. Первое, то, что будет внутри себя рождать, это желание. Я хочу сделать маленький, я хочу сделать страховку вперед. Опять, не забывай внутри себя настраиваться. То есть это не рутинная работа, которую сказали делать, и вы ее делаете. Это полет, это сказка, это умение работать с потоком своим, с потоком партнера. И когда вы сможете... Сейчас начинаем работать с мамой. Сохраняем в себе состояние классности, состояние текучести, что вы большой земной шарик, наполненный до самого упора водой, пустот у вас нет. Вас поставили татами и качнули. И вы очень мягко начинаете катиться. Сейчас рассмотрим одну из самых простых форм. Вы сейчас руку вытянете вдоль татами и плечом коснетесь татами. И плечо касается. Сейчас не надо больше близко татами. Коснулись и голову ударили в противоположную сторону. Ваше дальнейшее движение должно быть четко вперед. Постарайтесь не валиться ни в одну сторону, ни в другую. Вот как будто вас качнули вперед на плечи. И вы продолжаете двигаться вперед. Движение должно быть очень мягким и очень пластичным. При движении все время поддерживайте мышцы вашего туловища полностью, чтобы во время переката вас не развалило во время страховки. Страховку нужно всегда делать четко. Если вы запланировали сделать перекат, то перекат нужно делать. Потому что иначе либо в середине пути вас раскроют, либо в конце пути вас раскроют, и вы хлопнетесь хотя бы к своему собственному голову. Как есть заточка на движение вперед, как вы решили делать движение, его продолжаете. Но при этом движение делаете все время очень мягко. Косьми не прятайте в татами. Все движение должно быть как бы перекатывающим мячиком. Понятно? Работаем!